Экономический эффект проекта «Бастау бизнес» составил 50 миллиардов тенге. За три года выпускники открыли 20 тысяч субъектов МСБ. Такие данные привел председатель правления НПП «Атамикен» Аблай Мырзахметов. 42% создали свое дело в сельском хозяйстве, остальные 58% решили оказывать услуги. Начинающие предприниматели оформили кредиты на 32 миллиарда тенге. Однако у тех, кто занялся сельхозпродукцией, остаются трудности с доступом к финансированию. Есть финансирование сельского товаропроизводителя, это дочка Казагра. Он кредитует в областных центрах, в районах, в сельских местностях. Но, к сожалению, они не могут кредитовать в Нур-Султане, Шымкенте и в Алматы. И мы просили, чтобы либо дали ему мандат, либо эти города сами могут создать микрофинансовую организацию. Да, там, где банк, еще раз подчеркиваю, частные компании не готовы или не хотят идти, потому что нет залогов или есть клиентура, скажем, высокорисковая. Да. За три года обучения по Бастау бизнес прошли свыше 76 тысяч человек. Еще 40 тысяч желающих до конца года могут получить знания по ведению бизнеса. Набор участников ведут региональные палаты и центры занятости. Заявку можно оставить на интернет-ресурсе coldau.atamiken.kz.